Здравствуйте, меня зовут Красновский Дмитрий Валерьевич. Я старший преподаватель направления фотографии Центра компьютерного обучения «Специалист», в числе прочих моих занятий. Я представляю вам линейку фотокурсов, которые предназначены для начинающих фотографов, для тех, кто вообще не умеет фотографировать, и для тех, кто хочет совершенствоваться в фотографии. У нас есть курсы, посвященные портретной фотографии, рекламной фотографии, пейзажной. У нас есть выездные курсы. То есть спектр широк, велик, и их можно, безусловно, все проходить по очереди, совершенствуясь и развиваясь. Особенностью обучения в центре «Специалист» является комплексный подход, когда учащиеся получают и большой объем теории, и большой объем актуальной, хочу заметить, практики. И все это на очень высокой технологической базе и в компактные сроки, что тоже очень важно. Уже многие сотни людей закончили эти курсы, и каждый раз учащиеся получают максимум актуальнейшей полезной информации и серьезных практических навыков. Замечательный педагог, просто очень творческий человек, что сразу говорит о том, что с таким человеком очень интересно. В форме не только обучения, но и творческого какого-то энтузиазма. Очень довольна преподавателем, потому что интересно и живо преподается вот этот материал. И, конечно, я получу какие-то новые знания. «Специалист» — это отличное место, где вы сможете стать хорошим мастером своего дела, независимо от уровня своих притязаний. Добро пожаловать, всего доброго и до встречи!